И последнее, в Ленске открыли новый детский сад. Его реконструкция заняла немногим больше полугода и обошлась в 22 миллиона рублей. В итоге в городе, где еще вчера остро стояла проблема нехватки мест в дошкольные учреждения для детей 3 лет и старше, долгожданные путевки в садик получили сразу 60 ребят. Подробности далее. В Ленске после реконструкции открылся еще один новый детский сад. В нем будет функционировать две группы на 30 мест для детей с 3 лет. Средства на ремонт были выделены из двух источников. Первый источник – это правительство Республики Саха-Якутия, Министерство образования. Республика Саха-Якутия поддержала нас и поставила в программу по ликвидации очередности детей до 3 лет. Это вот по этой программе мы получили финансирование 13 миллионов на реконструкцию. Остальную сумму, это порядка тоже достаточно большая сумма, в общей сложности 22 миллиона было затрачено на вот эти работы. Остальная сумма была полностью из муниципального образования Ленский район. Еще 2 года назад здание сегодняшнего детского сада принадлежало акционерной компании «Алроса». Но в связи с его невостребованностью предприятием в прошлом году безвозмездно было передано в ведение района. Сразу же после совершения сделки в конце прошлого года начался капитальный ремонт. Сегодня ремонтные работы полностью закончены. Детский сад готов к приему детей. Оборудование было тоже приобретено из разных источников. Один источник – это был непосредственно Министерство образования, которое предоставило мебель. И второй источник – это был, конечно же, муниципальное образование Ленский район. Но там были еще и внебюджетные деньги благотворителей. Так собиралась вот достаточно большая, кропотливая, дорогая работа, велась по реконструкции, по капитальному ремонту этого здания и для того, чтобы, в общем-то, его вернуть снова как дошкольное образовательное учреждение. Детский сад оснащен всем необходимым для достойного воспитания и развития малышей. Просторные группы и спальни, музыкально-физкультурный зал, медицинский кабинет, разнообразные игрушки. Заниматься с малышами будут опытные и квалифицированные педагоги. Психолог, логопед, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре. Для безопасности детей здесь тоже сделано все возможное. Здание оснащено пожарной и тревожной сигнализацией. Новый детский сад стал филиалом дошкольного учреждения «Теремок». Открытие нового детского сада – это значимое и долгожданное событие для нашего города. Как отметила Наталья Мозгова, благодаря активному строительству и реконструкции дошкольных учреждений, очереди в детские сады среди малышей в возрасте от 3 до 7 лет к концу 2017 года должны быть полностью ликвидированы. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.